Сафроновой. А это значит, что сейчас вы узнаете секрет очередного трюка. Перед вами китайский фонарь. Смотрите и удивляйтесь. Поехали! Вы можете осмотреть китайский фонарь со всех сторон и убедиться в том, что в нем нет ничего необычного. Илья просвечивает стенки фонаря не случайно. Загляните вовнутрь этого фонаря и убедитесь, что он пуст. Пуст? Да. Алиса только что лично проверила этот фонарь. Спасибо вам огромное. Займите свое место. Смотрите внимательно, что сейчас произойдет. Ваше предположение, как мы это сделали? Ну, дырки-то по полу нету. Мне кажется, что там было зеркало. Стены, запись из проектора. Итак, друзья, пришло время рассказать вам, как же мы это сделали. Главный секрет – это волшебник, который находится уже внутри него заранее. Дальше я говорю, ребята, у вас есть уникальная возможность заглянуть в центр фонаря. Как же Андрей оттуда выбирается, вы только что видели своими глазами. Позади этого аппарата находится стеночка из ткани. Сейчас я беру лампу для того, чтобы показать, насколько прозрачные стенки этого фонаря. Не, я должен просветить заднюю стенку так, чтобы не задеть Андрея. Визуально зрителю кажется, что эта стенка прозрачная. После этого я закрываю переднюю стенку. Когда в фонаре зажигается лампа, это команда для Андрея, что он может в нее проникнуть. Дальше работает игра теней. И вот через считанные секунды Андрей прорывает бумагу и появляется перед публикой. Я все время в интернете ищу какие-то разгадки, всяких фокусов. Главное от фокуса получить восторг. Я очень люблю иллюзии. Сегодня я убедилась, что это уникальный жанр. С вами были иллюзионисты братья Сафроновы. Мы не прощаемся с вами, а говорим до свидания. Верьте в чудеса, и мир станет по-настоящему волшебным.